Трезвый образ жизни. Не пей за рулем. Так, в двух словах, инспектор ГИБДД сформулировала смысл акции, которая прошла у одного из торговых центров Видного. В ходе недолгой инструкции волонтерам рассказали о том, как общаться с водителями, раздали листовки. На них призывы к автолюбителям и несколько цифр статистики. Здравствуйте, извините, что мы вас беспокоим. Мы волонтеры молодежи, сейчас участвуем в профилактическом рейде. Вот, да, чтобы вы были как трезвый водитель, пожалуйста, постарайтесь не употреблять спиртные напитки за рулем. Если уж так получилось, то воспользуйтесь услугой трезвый водитель. Держите. Вполне предсказуемо, водители отнеслись к участникам акции довольно дружелюбно. В случае, если с автолюбителем поговорить не удавалось, листовку ставили на лобовое стекло под дворники. Госавтоинспекция Ленинского городского округа напоминает водителям, гражданам округа, приезжим, гостям нашим о соблюдении правил дорожного движения, о недопущении употребления алкоголя за рулем, выпивши, чуть-чуть выпивши. Такого понятия у нас отсутствует. Последствия очень тяжкие, поэтому есть такая пословица: «Выпил, за руль не садись». Не только о трезвости за рулем в этот день говорили с автолюбителями сотрудники ГИБДД, но и обращали внимание на общее соблюдение правил дорожного движения. Бывают такие случаи, когда водитель при совершении дорожно-транспортного происшествия покидает место ДТП. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что однозначно сразу водитель попадает под лишение водительских прав. И, соответственно, штраф накладывается. По информации отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Ленинского городского округа, за дни новогодних праздников на дорогах округа было проведено несколько рейдов, в ходе которых было проверено более 150 автолюбителей. Нетрезвых водителей среди них выявлено не было. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Видное ТВ.